Итоги форума с громким для России именем Гайдаровский плачевны. Поведение правительства в тяжелое для экономики время, выжидающее. Спикеры форума констатируют и инфляцию, и необходимость сокращения бюджета 2016, и предрекают длительный период низких цен на нефть, и даже признают близость к ситуации 1998 года. И ни слова о строительстве экономики, о развитии за счет созидания. Итоги форума прокомментировал накануне ТВ тележурналист, документалист Константин Семин. Из года в год там повторяются одни и те же мантры. Один и тот же состав участников, он даже не просто из года в год не меняется, он с 90-х годов не меняется. Мы все живем в одном большом гайдаровском форуме. Лет, наверное, 25 уже. Гайдара нет, а форум продолжается. Поэтому ничего нового там, конечно, прозвучать не могло. И, соответственно, оптимизма никакого возникнуть в связи с этим форумом не могло. И это уже действительно должно беспокоить власть в первую очередь. Потому что сначала парламентские выборы, потом другие выборы. И уже всем очевидно, очень мало в стране людей, которые считали экономический курс правительства, а он, как мы понимаем, в основных моментах с гайдаровской платформой совпадает, и считали бы этот курс эффективным и правильным. Я бы не рискнул что-то советовать власти, она, наверное, сама должна какие-то выводы для себя делать. Ну и очень хочется надеяться, что в какой-то момент очарование гайдаровщиной пройдет, и для самой власти наступит момент отрезвления, вроде экономический курс изменен. На форуме прозвучали слова о схожести экономической ситуации с ситуацией 1998 года. Повторится ли кризис 1998 года? Эксперт указывает на то, что в 1998 году еще сохранялась мощная экономическая инерция. Не были исчерпаны промышленные возможности и не изношены основные фонды. И когда пришло правительство Примакова, начался стремительный экономический рост. А сейчас ситуация совсем иная, и изменения эти в худшую сторону. Умерли целые отрасли. Мы давно находимся в ВТО и гораздо больше зависим от импорта. Стартовые возможности для выхода из кризиса сейчас значительно хуже, чем тогда. С моей точки зрения, по многим направлениям эти возможности для восстановительного роста, они сейчас хуже, чем в 98 году. Это касается и машиностроения, это касается и микроэлектроники и так далее. Да, определенный прогресс за годы сырьевого бума в некоторых отраслях достигнут, но это не меняет ситуацию. Вот те потери, которые экономика понесла в результате гайдаровского курса, они быстро восполнены быть не могут. Ситуация сейчас тревожная, и она будет требовать более радикальных решений, чем решение кабинета Примакова. Соответственно, должно прийти более левое, более социально ориентированное правительство, готовое рвать сухожилия, связывающие нас с глобальной капиталистической системой. Перед выборами 2012 года власть сделала ставку на лозунг «Не раскачивайте лодку, а то опять наступят 90-е». Но они все же наступают не усилиями болотных активистов, а самих финансовых властей. В 2012 году разговаривать о нераскачивании лодки можно было потому, что это позволяло делать экономика. Сейчас розовые очки от всех слетают под воздействием экономических обстоятельств. И поэтому, сколько бы ни говори о нераскачивании лодки, если курс останется гайдаровским, то возмущение этим курсом и обсуждение альтернатив этому курсу избежать не удастся. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».